Добрый день, уважаемый зритель. С вами доктор Константин. Сегодня у нас усталость. Считается бич 21 века. Усталость бывает постоянной, хронической. И усталость бывает у человека который не контролирует свой тонус жизненный, ритм жизненный. Старается побольше поработать, побольше пожить, выкачать с этого дня как можно много, мало поспать, мало поесть, быстро заживать стресс, не обращать внимания, запить, заесть таблетками, проблемы с желудочно-кишечным трактом и не только. И все. И человек считает, что он живет счастливую жизнь. Помните, здоровый сон – это здоровая центральная нервная система. Здоровый сон – это здоровый организм. Здоровый сон – это человек, расслабившийся. Когда человек расслабляется, к нему приходит новая энергия. Старая уходит, новая приходит. Ясно, да? Когда у вас прекрасно работает желудочно-кишечный тракт, вы знаете, когда его нужно подпитать. А когда, может быть, надо и голодовку объявить ему. Вот и все. Элементарно просто. И помните, стресс на сегодняшний день не надо зажевывать. Есть очень множество методик, которые вы должны себе развивать, чтобы помогать себе. Не пережить стресс, а сразу же избавиться от этой энергии, которая и пытается вас поработить тем или иным состоянием. Вот если вы это состояние победите, вы стресс победили. Если стресс победил вас или это состояние, то все. Считайте, эта энергетика навязала вам себя, и вы будете с ней жить до тех пор, пока вы ее не выгоните. То же самое и усталость. Мы скажем, основной ключ усталости. Найдите то место, либо где вы теряете много энергии. Вот найдите. На работе. Значит, надо поменять работу. Как ни странно это звучит. И так далее, и так далее, и так далее. И бывают, вы знаете, такие парадоксальные вещи, что люди приходят, всего лишь навсего муж и жена не подходят друг другу. Вследствие чего муж испытывает огромную усталость, а жена наслаждается жизнью. Подсасывает у нее энергетику. И наоборот, то же самое бывает. Понятно, да? Потому помните, вам с человеком должно быть легко, на работе должно быть легко, сон ваш должен быть легкий. Понятно, да? Все должно быть у вас легко. Тогда энергия будет легкая. И при усталости данная точка V30 Байхуаншу тонизируется массажными движениями. То есть короткими массажными движениями она тонизируется. Сильно раздражать данную точку не рекомендуется. Традиционная диагностика 12 меридианов тоже нужна, дабы знать, в каком состоянии ваш вообще энергобаланс. Спасибо за внимание.